Добро пожаловать на фестиваль тюльпанов в Стамбуле, ежегодное празднование прихода весны со взрывом красок и ароматов по всему городу. Ты на канале Turkey Space, и в этом видео мы совершим виртуальную экскурсию по фестивалю и покажем вам лучшие места, где можно насладиться захватывающим видом цветущих тюльпанов. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле проходит каждый апрель и май, когда более 30 миллионов тюльпанов расцветают в городских парках, садах и общественных местах. Фестиваль начался в 2006 году и стал одним из главных развлечений как для местных жителей, так и для туристов. Главным местом проведения фестиваля является парк Эмирган площадью аж 117 акров. Расположен он на европейской стороне города, где посетители могут прогуляться по дорожкам, усыпанным тюльпанами, сфотографироваться со знаковыми скульптурами в форме тюльпанов и насладиться живой музыкой и танцевальными представлениями. Другие популярные места для просмотра тюльпанов – парк Гюльхане, парк Илдыз и парк Гёстепе. Эти парки предлагают потрясающие виды тюльпанов различных цветов, форм и размеров. От классических красных и желтых тюльпанов до экзотических черных и белых сортов. В музеях, культурных центрах и торговых центрах по всему городу посетители также могут найти выставки, семинары и мероприятия, посвященные тюльпанам. Если вы хотите избежать толпы и насладиться более спокойной атмосферой, то мы в свою очередь рекомендуем вам отправиться на лодочную экскурсию по проливу Босфор, откуда открывается уникальный вид на горизонт Стамбула и сады тюльпанов вдоль берега. Также можете посетить исторические тюльпановые сады Османской империи, такие как павильон Кучуксу, Бейгёс Курусу и дворец Топкапы. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле – это праздник природы, культуры и красоты, а также прекрасная возможность ощутить очарование и гостеприимство Стамбула. Мы надеемся, что вам понравился этот виртуальный тур и что он вдохновил вас посетить Стамбул и лично увидеть магию тюльпанов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно.